третьем курсе мы с вами установили расширение для того, чтобы у нас были эфиры, это сеть Ethereum, и нам надо было тестовая сеть, чтобы мы могли каким-то образом работать с деньгами, то есть отправлять транзакции, получать, при этом не бояться потерять реальные деньги, да, то есть можем сколь угодно работать с этим. Вот, в принципе, в этом была цель. Вообще, наша цель сейчас, если в прошлом курсе мы устанавливали программное обеспечение, далее мы продолжаем набирать инструменты. Обращаю внимание, кто начал с этого видео, сайт в описании видео blockchain-spb-tut.ru, где мы изучаем, это школа блокчейн, программировать будем больше всего на Python, но будем работать с солидностью языком, разрабатывать смарт-контракты, писать децентрализованные приложения. Спасибо, все получится.